Привет, друзья! Давненько мы с вами не виделись, уже больше 2 недель прошло с момента моего выхода крайнего ролика на канале, но, к сожалению, так получилось, что после моего дня рождения заболел коронавирусом повторно и вот так вот долго, скажем так, приходил в себя. Ну вот, как говорится, восстановился, подлечился, и вот мы приехали с женой в очередной санаторий, в котором я буду уже продолжать снимать вам влоги с прогнозами на теннис. Но в этот раз, конечно, можно сказать, не сравнится с тем, чем где мы были до этого. Правда, это уже мы за наши собственные деньги, а не государство, приехали. В общем, сейчас мы вам покажем, в каком номере мы заселились. Так, вот у нас входная дверь, вся система электричества. Так, ну, сейф, холодильник. Даже гладильная доска в шкафу, вешалки. Вот. Так, далее ванная комната. Включаем свет. Вот у нас умывальник, туалет, биде, полотенец набор, фен, вот сушилка, наборы, гель для душа, шампуни. Бритвенные наборы, шапочки, зубные наборы. Вот ванна с джакузи. Вот такой вот вид у нас с ванной комнаты. Ванные халаты, тапочки. Так, дальше небольшой шкаф с утюгом. Телефон для связи. Вот такой комод. Красивенный. Дальше стол обеденный. Это барная стойка. Барная стойка, да. Вода, чайник, чай, сахар. Также шкаф. Вот постель, куча подушек. Ну, такое как ограждение зоны спальной. Вот такой прекраснейший мягкий диван, телевизор. Дальше место для наведения красоты мое будет. Отлично. Вот такие высоченные во весь рост окна. Ну, вид на лес, конечно, но уже это и конец санатория. Вот. Дальше столик журнальный. Вот, еще и прикроватная тумбочка есть. Дальше система, есть кондиционер. Вот, различные включения, как есть обыкновенные включатели, так и такие. Вот, люстра у нас включилась. Дальше бра справа, слева. Вот они над кроватью. Стена тоже с подсветкой. Над кроватью свет. Вот. Такое. Ну, также кондиционер, но я его сейчас отключила. В общем, как-то так. Сейчас пойдем немножко разведем территорию, возможно. Может, отдохнем. Разберем вещи. Ну, и ждите, наконец-таки, прогноз на теннис нашей любимой с вами.
Санаторий Плиссер, где мы отдыхали 2 года подряд. Ну что, теперь время поговорить про наш с вами любимый теннис. И обсудить я хочу турнир в Монреале, который проходит женские имена. И матч мне приглянулся, в принципе, не один, но именно в Ютубе выпуске с вами я хочу обсудить один. Это представление между Дарьей Касаткиной и Петрой Мартич. Ну, на мой взгляд, тут реально как-то неправильно расценили котировки, потому что я не вижу такого огромного преимущества Даши в этом матче. Я удивился, то, что котировки, я думаю, может быть, поменяются как-то, но вот уже как они сутки, по-моему, примерно так, плюс-минус выкатили букмекеры, и они никак не изменились. Большая фора на Мартич, которая сейчас в неплохой форме. Не скажу, что в идеальной, но неплохой. То есть в том же Сан-Хосе она смотрелась достойно, она там не проиграла разгромно. Что, кстати, Даша, конечно, она дошла до финала, но в котором уступила, и причем довольно-таки разгромно. В 3-м сете такое обидное поражение, то есть она потратила и сил немало, и получается, что как бы морально тоже она, думаю, не в лучшем состоянии. Я не знаю, вообще будет на матч сыгран, может, он вообще будет отменен там ближе к началу, но если он будет сыгран, я считаю, что хорватская теннисистка то должна навязать бой, и вот такую фору, как дают плюс 4,5 гейм, она точно должна удержать. Но мы поедем на обед и записываться на процедуры, так что скоро увидимся, ребята.